Агрессивные ролики USD Carbon Free Plus Design It Yourself. USD – это производитель. Carbon означает, что дизайн взят от линейки Carbon. А Free означает, что карбона там нет. Ботинок выполнен из композитов. Plus означает, что лайнер съемный. И самое важное, Design It Yourself означает, что их можно красить. Начну с того, что все детали меняются. Бакли, сол плейт, стрэп и каф. И все они могут быть абсолютно разных цветов. Очень важно знать, что эта модель идет на размер меньше. При этом обычные карбоны, у которых лайнер не меняется, идут размер в размер. Так что будьте внимательны, разносить их не удастся. И переходим к тому, как они едут и сидят на ноге. Благодаря наличию мягкой верхней части и пяточной липучки, их можно очень хорошо зафиксировать на стопе. И при этом у вас будет высочайший контроль. Но в то же время можно будет заваливать ногу, потому что сверху они достаточно свободные. Если вам не хватает подвижности сверху, можно убрать эту вкладку на кафе. Между солплейтом и бутом мягкая прокладка. Когда вы прикручиваете раму, это все образует плотную конструкцию, которая не шумит при приземлениях. Кстати, о приземлениях. Тут нет антишока, но ролики легкие, прыгать в них приятно. Валенок на них интересный, он пухлый только в задней части, а язычок гелевый и плотный. В передней части и на пятке лайнер тонкий и может растягиваться, так что он хорошо примет форму ноги. Технология Second Skin оправдывает свое название, но мягкости от него ждать не стоит. Ролики очень сбитые, в них ничего не шумит и не болтается. Скользят нормально, но так как у нас вариант бутонли и оригинальную раму мы не пробовали, то сказать сложно. Скорее всего, скольжение будет лучше. Из минусов. Хотелось бы, чтобы в комплекте шли более длинные шнурки. Вячеславу Дружинину не нравятся короткие шнурки. И они белые, то есть они быстро пачкаются, они красивые, но они быстро пачкаются. Если вы хотите сделать ролики идеальными, то стоит запечь валенок в печке. Только аккуратнее, потому что я спалил кожзам. Лучше запекать их подошвой вверх. Хотя, может быть, это было из-за высокой температуры.